Поначалу сложно распознать в героине нашей сегодняшней рубрики длинноногой стройной блондинки, мастера спорта и чемпионку России по бодифитнесу. Однако стоит ей подойти к снаряду, в этом не остается никаких сомнений. Никитина, уроженка города Чебоксары, мастер спорта и чемпионка России по бодифитнесу, бронзовый призер чемпионата Европы по фитнесу, финалистка чемпионата мира и турнира Арнольд Классик по бодифитнесу, призер чемпионата Европы по бодифитнесу. Когда я была маленькая, соответственно, у меня никаких увлечений не было. Меня заставляли родители заниматься, ходить на пробежку. Я лет с 5 пошла на спортивную гимнастику. У меня получалось достаточно неплохо, но страх перед такими снарядами, как бревно, брусья, я как-то не смогла преодолеть, поэтому бросила гимнастику, ушла в акробатику. Вот. Когда бросила акробатику, мне нужно было куда-то девать свою энергию, потому что я привыкла тренироваться 2 раза в день, и меня просто невозможно было сидеть на месте, это как зубы почистить. Вот. И я пошла в тренажерный зал, тогда это был тренажерный зал «Патриот», или ранее «Бизон» назывался, он, я там тренировалась, выступала в 2001 или 2002 году. Номинации «Фитнес», тогда у нас еще существовала Федерация бодибилдинга и фитнеса в Чебоксарах. Сейчас она уже закрылась, к сожалению, я не имею возможности выступать за город Чебоксары. Вот. Но тогда я выступала неплохо, занимала 1-2 места. Кстати, по образованию Людмила юрист, а потому параллельно с занятиями в тренажерном зале посещала университет, штудировала кодексы и изучала законы. Однако спорт все же взял верх. Проработав несколько лет тренером, день ото дня совершенствуя свое тело, девушка решила принять участие в открытом кубке ПФО. И сразу бронза. Потом я поехала в Самару, кубок Самарской области, там заняла 1 место в 2 номинациях. Номинация «Бодифитнес» и «Фитнес-бикини». Там меня заметили москвичи. Москвичи сказали: приезжай к нам, мы тебя познакомим с тренером, мы устроим тебя на работу, будешь у нас жить, будешь у нас выступать. Вот. И я уехала в Москву. Уехала в Москву, и по сей день я там, это уже 2 года. Сегодня за плечами Людмилы уже целый список блестящих выступлений на чемпионатах различного уровня. Однако самым ярким и запоминающимся, по ее признанию, был турнир «Арнольд Классик» в Мадриде. Я была там уже 2 раза, в прошлом году, позапрошлом году и в прошлом году, соответственно, получается. Я видела там Арнольда Шварценеггера, так получилось, что мы с ним столкнулись прямо вот нос к носу, что называется. Пошли друг другу в личное пространство случайно. Только потом, на следующий день, когда я выступила, когда я покушала, и у меня уже углеводы поступили в мой мозг, я думаю, что же я не сфотографировалась. Вот. А так, достаточно яркие были такие события. Ну, вообще интересно ездить на международные турниры, когда там мировые звезды мирового бодибилдинга, не только российские, там... Я бы назвала бы имена, просто думаю, что мало кому будет понятно, но для меня это большое наслаждение их видеть. Они в такой форме, они так мотивированные, но это очень круто, поэтому мне нравится. Соревнованиям предшествует несколько месяцев напряженных тренировок. Людмила посещает зал ежедневно. И, конечно, особая диета, после чего долгожданный выход на сцену. Обладая отличной спортивной подготовкой и врожденным артистизмом, Людмила Никитина, как правило, производит на судей неизгладимое впечатление. У меня выступление состоит из 2 раундов. Первый раунд – это позирование, второй раунд – произвольная программа. Она включает в себя танец. И в нем у меня как раз силовые элементы, элементы акробатические и элементы растяжки. То есть и образ желателен, это не обязательно, но вот у меня образ, первая моя произвольная программа была учительница. То есть я выходила такая с указкой, в очках, в костюме, таком, в пиджаке и в юбке. И потом это все снимала, размахивая указкой, выкидывала и начинала уже прыгать. То есть вообще это не обязательно, можно выйти просто в костюме, просто прыгать, но там... Такой момент, что фитнес, он есть на то, что то есть там 9 судей. Я должна в ходе всей своей программы смотреть на каждого. То есть раз я встала в точку, я смотрю там и глазами как-нибудь такая раз, поймала зрительный контакт. Это нужно делать. То есть если я буду просто прыгать, просто акробатику, и как бы это неинтересно. Судьи сидят, то есть здесь психологический момент. Они сидят, смотрят, ага, прыгает, молодец. Там, им неинтересно. То есть они посмотрели, прыгать умеет, ладно, там свой балл поставили. Нужно прям вот именно, чтобы был контакт все время, чтобы им было интересно, чтобы они прям смотрели, а что сейчас будет, а что сейчас.
Поэтому желательный момент как раз там перевоплощения, там смены музыки, чтобы они каждый раз были в напряжении и думали, что же потом. Вот. То же самое и в позировании. То есть если я стою в позиру, я встала в позу, зафиксировала, повернулась, такая вот, а еще так могу, повернулась, у меня еще вот такие мышцы. Да, то есть вот это все присутствует. Улыбающиеся, жизнерадостные, пропорциональные, плавно право. Обворожительные, сексуальные, прекрасные. Поворот спиной. И снова обворожительные. Поворот направо. А раньше я выступала, то есть когда я начала выступать, весна у меня начиналась Московская область, чемпионат Москвы, чемпионат России, чемпионат Европы. Вот. И сейчас еще добавился к этому списку у нас международный турнир в Киеве. World Ladies Cup, это международный профессиональный турнир, вот, женский. И как бы я взяла, получается, Москву я брала, область я брала, поэтому ну, уже нет смысла там выступать. Вот, поэтому сейчас у меня в апреле, в середине апреля будет как раз World Ladies Cup. Далее чемпионат России, он у нас пройдет, скорее всего, в Краснодаре. И чемпионат Европы в Испании, в Санта-Сусане, если не ошибаюсь. Пока такие данные. В планах Людмилы удовлетворить, наконец, свои амбиции и покорить чемпионат мира, после чего девушка получит профессиональную карту и предложение переехать в Штаты. Вместе с тем, по признанию Людмилы, покидать страну она не торопится, а потому, получив заветный титул профессионала, в будущем, возможно, займется тренерской деятельностью, будет готовить спортсменов к турнирам различного уровня.